Год экологии накануне торжественно открыли в Заринске. Известные экологи края собрали школьников и рассказали им, как они могут помочь в охране природы. Подробности у Антонины Поздеевой. Год экологии в Заринске стартовал с фотовыставки «Птицы Алтая». Она открылась в Центральной городской библиотеке. Здесь же состоялась встреча школьников с известными экологами региона. Эксперты рассказали, как внести свой вклад в общую природоохранную работу. Например, для начала можно зарегистрироваться в интернет-проекте «Птицы Сибири» или вступить в эко-клуб «Исследователи природы Алтая». Дети, которые работают внутри программы, мы не думаем, что все из них станут биологами. Мы не думаем, что даже большинство из них станет биологами или как-то в будущем будут связаны с биологией. Для нас важны моменты только те, что они будут знать природу свою, родную, родного края. Это как бы мы, как бы, слово «патриотизм» вкладываем вот в это понятие, да, изучение родного края. Школьников пригласили поучаствовать еще в одном интересном проекте «Усынови заказник». Его участники путешествуют по районам края с высоким биологическим разнообразием и исследуют их. Свои таланты здесь могут проявлять юные фотографы, режиссеры и блогеры. Если вам нравится фотографировать, тоже сюда, к нам. Если же вы хотите научиться каким-то конкретным вещам, таким, например, как вести свой блог, монтировать ролики, снимать фильмы, работать с навигаторами, с какими-то простейшими GIS-системами, то, пожалуйста, приходите к нам. Мы вам поможем, подскажем, будем вместе с вами это делать. Специалисты понимают, не все юные природоохранники в будущем станут профессиональными экологами и биологами, но в душе у каждого точно останется трепетное отношение ко всему живому. Антонина Поздеева, Светлана Ахтемирова, Алексей Панин. Новости.